Здравствуйте, друзья! В этом видео мы с вами научимся использовать промокод для интернет-магазина Ivroche. Чтобы это сделать, переходим, и здесь нам нужно среди всех магазинов найти Ivroche. Найти его логотип, где-то он должен быть здесь. Вот он, Ivroche France. Под видео будет прямая ссылка на эту страницу, чтобы вам не пришлось искать, а просто перешли по ссылке и сразу попали на страницу с промокодами. И вот здесь внизу видим активные предложения. Пляжная сумка в подарок, два подарка, скидка, два геля в подарок. Например, нам понравилось предложение «Скидка 200 рублей». Видим, что до конца акции 5 дней, то есть это активная акция. 15 человек уже воспользовались, то есть достаточно популярное предложение. И нажимаем «Получить промокод». Нас перебрасывает на сайт Ivroche. И вот здесь мы видим наш код купона. Можно его куда-то записать себе, чтобы не забыть. Проще всего просто скопировать в буфер обмена. И здесь условия акции: скидка 200 рублей за заказ от 700 рублей. Это нужно учитывать, то есть наш заказ должен быть как минимум на 700 рублей, чтобы промокод сработал. И дальше, как обычно, начинаем совершать покупки, выбирать то, что нам нравится, добавлять это в корзину. В данном случае мы просто наберем каких-то случайных товаров, просто чтобы проверить, что промокод работает. Так, например, туалетная вода 439 рублей. Так, еще молочко для тела, гель для душа. Все это добавляем в корзину, чтобы итоговая сумма была 700 рублей или больше. Так, еще туалетная вода. И теперь переходим в корзину. Ждем, пока сайт загрузится. Так. Все товары, которые мы добавили. Здесь уже Ivroche автоматически добавил нам какие-то подарки. Видимо, тоже за сумму определенную заказа. И вот мы видим, что общая сумма получилась 1555 рублей. И вот здесь есть окошко «Введите ваш код бонуса». Вот в него мы вводим наш код купона. Либо вставляем из буфера, либо просто на клавиатуре вбиваем. И нажимаем на маленькую кнопочку «Ок». Рядом с этим окошком сайт перегружается и автоматически пересчитывает нам наш заказ. Так, и вот мы видим, что код бонуса принят и сумма уменьшилась на 200 рублей. То есть общая сумма стала 1355 рублей. Это говорит о том, что промокод сработал, скидку мы получили и идем дальше, как обычно, оформлять наш заказ.